Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons – Соедини драконов. И вот буквально только что, 5 минут назад, началось новое событие – Королевский Новый год. Что-то у меня есть сомнение в том, что это новое событие, но призы, тем не менее, новенькие. Поэтому я решила снять это видео. Как только я запустила игру, у меня сразу установилась новая версия игры 11.0. Что там новенького, я пока еще не знаю, потому что только-только запустила игру. Ну, как что-то увижу интересное, новое, обязательно вам покажу. Итак, давайте будем разбираться с событием. Что у нас за призы ждут? Это самое первое — яйца дракона регента. Таких яиц у меня еще не было, мне кажется, так. Да. Дальше золотой волшебный сундук, две штуки. Гнезда с яйцами дракона Геры. Взрослое драконовое дерево. Малыш дракона регента новенький, первого уровня. Как всегда, таинственные супергнезда, три штуки. Нефритовая лампа. У нас была уже такая лампа, только красного цвета. Фонарик такой. Теперь у нас будет нефритовая лампа зеленого цвета, если, конечно, мы ее получим. Поэтому приз тоже не сильно отличается. Детеныш дракона Голема, благородный дракон Геры третьего уровня и вот такой новенький королевский дракон Тригент четвертого уровня. 150 драконья сила. Ну что ж, давайте начнем. Посмотрим, что это за событие. Ха-ха-ха, лампадочки такие, очень знакомые фонарики. Да, они просто перекрасили эти фонарики в другой цвет. Были такие желтенькие фонарики, теперь фиолетовые. И написали, что теперь государственные предметы. Ну, как будто новое событие. Посмотрим его форму. Что это такая за форма в виде дракона, я так понимаю. Так как китайский Новый год, так я понимаю, что это форма такая драконья. Больше мне так кажется, по крайней мере. Ну что ж, знакомимся с заданиями. У нас звезды, значит, слияние, как всегда, 150 по 5 предметов, 150 раз. Соберите союз двойного цветка жизни и исцелите землю. И также у нас есть дополнительные призы, особые награды за все 10 звездочек. Это древний родник второго уровня, гнездо с яйцами совенка грифона, которое можно получить только здесь, и золотое дерево третьего уровня. Ну что ж, давайте посмотрим таинственные облачка. Я вижу, что здесь вот сразу первое таинственное облачко закрыто цветком, который рядом расположен. Дальше двойной цветок, следующий уровень. Может быть, я сразу смогу его сейчас собрать. Сейчас посмотрим. Так, я вижу, что дракончик у нас племенной на сей раз, не каменный. Может быть, этот будет чуть-чуть побыстрее. Увидим. Итак, я получила, да, модный фонарик второго уровня. Теперь сейчас откроем вот это поле. Сначала нужно его только раскодировать. Восстановить, вернее. Куда ты полетел? Куда летишь, хулиганское сердечечко? Чтобы его открыть, надо смотреть сначала. Во-во-во-во-во. Одна прилетела. Куда надо все-таки? Сейчас попробуем. Куда вы все летите? Я что не так делаю? Слушайте, что я делаю не так? Вот она. Наконец-таки, да. Отставляем цветок. И открываем остальное закрытое здесь таинственное облачко. Так, теперь пока мой дракончик тут зарабатывает дальше мне сердечки, можно вот бесплатную чашу взять, еще кое-что получить. Фонарики, фонарики. Это уже предмет третьего уровня. Праздничный фонарик. Дальше вот, опа, у меня вот такие есть. Вот. Пушинки, которые я могу соединить, а могу ждать, пока они прорастут. Давайте соединим вот так. Так, я хотела вообще собрать хорошенькую сверху, запустить, чтобы нам тут побыстрее все
начало открываться, чтобы нам не использовать траву дешевую. Будем, как обычно, проходить события. И давайте посмотрим, где у нас дальше яйца нового дракончика. Вот одно яйцо. Сейчас я буквально его уже смогу вот получить, как вы видите. Первое. Сейчас нужно найти второе яйцо. Второе и третье яйцо, где они находятся. Это барабаны, которые дают нам наверняка предметы, как обычно. Так, сейчас я поищу. Вот еще одно яйцо. Вот я его нашла. Значит, нам до сюда нужно дойти. И третье надо найти. Сейчас посмотрим. Третье яйцо. Где ж ты спряталась? Так. Так, одно вот это здесь было. А следующее где? Ну, тут, там, где 500, оно не должно быть. Значит, должно быть где-то, наверное, здесь. А, вот оно, здесь внизу. Я так и подумала, там, где 50 будет. Хорошо, давайте посмотрим, какие таинственные облака у нас еще тут нужны, какие предметы, чтобы их открыть. Сейчас посмотрю. Так, это чаша, звезда, это все будет в конце. Вот дерево, дерево я вижу. Так, цветы, вот это предмет наверняка, вот такой предмет, это с чего будут добываться вот эти все лампы и фонарики, я так понимаю. Это колонна, храм. О, смотрите, цветок фиолетовый. Тут вот прямо наверху, сверху фиолетовый цветок. Какая радость. Пока до сюда дойдем, уже наверняка у нас будет этот уже цветок более высокого уровня. Придется еще один наверняка собрать. Так, здесь сверху таинственных облаков больше нету. Тут у нас что? Что-то? А, тут дерево какое-то. И здесь у нас... Зелье. Вот они валяются все по территории. Их нужно будет собрать вот в такой череп. Итак, ну что ж, понятно. А вот это, видимо, предмет один из следующих уровней. Вот фонарь. А, вот он. Предмет, мы уже собрали его. Праздничный фонарик. Вот до сюда, когда дойдем, откроем следующее таинственное облачко. Ну что ж, все понятные примерно предметы, которые нужно собирать. Давайте начнем. Сначала соберем сферку какую-нибудь и откроем вот эти все травушки по одному, по два очка, потому что потом в будущем они нам очень даже пригодятся. Так, я вижу целых 5 листиков. 5 листиков. Это хорошо. Можно собрать из них 2 ростка фруктовых деревьев, которые тоже понадобятся, потому что фруктовые деревья нам дают вот эти вот ростки цветка жизни, которые нам нужны будут. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Могу соединить 2 цветка. Так, 4 цветка у меня получилось. Вот эти вот свечечки. Фонарик. Фонарики к фонарику. Так, вот эти предметы, как раз за них можно будет получать потом призы, которые сверху у нас. Тут написано вот 3, например. Если я 3 очка возьму, то получу уже первый приз. Ну, я все призы получаю в конце сразу. Поэтому по одному призу невыгодно получать, сразу вам скажу. Так, ну что, вот первую я собрала сферку. И давайте откроем, вот сюда я ее запущу. Откроем вот эти вот дешевые клеточки и получим первую звездочку. Видите, первое задание я выполнила. Теперь следующие 350 земель надо открыть. Вот как раз обычно вот тут и есть вот такие две сферы. И я их сейчас объединю и вот запущу дальше вот такую сферку. Как можно дальше дойти до этого яйца. Тут я смотрю, монетка нужна. Вот. До одного яйца я уже дошла. Так, лампадочка. И вот эту клеточку мне нужно открыть. Сколько она? 10 всего. 10. Это хорошо. Значит, сейчас сделаем сферочку и откроем. Подберусь к ней поближе. Еще тут пушинки есть у меня. Вот так вот. Сделаем сейчас еще цветочечков парочку.
Потому что нам нужно создать еще двойной цветок жизни, как вы помните. Вот это я сейчас потихонечку и делаю. И заодно пытаюсь пробраться к яйцам. Так, сколько у меня тут этих осколков? 1, 2, 3, 4 пока. 4. Так, тут на цветы будем колевать, да? Сейчас я могу потихонечку объединять кое-что. Уже клеточки подороже пошли. Вот так вот двигаемся. Цветочек, еще один цветочек сделала. Вот 4-й. А, вот она где 5-й. 5-й осколочек и листик. Так, нет, я хочу тебе попеть соединить. Вот так вот, видите? Так, я просто пробираюсь дальше. И вот это мне надо открыть, вот эту вот, сейчас, секундочку. Сделаю просто получше, сверху чуть-чуть получше. И открою это. Да, как всегда, полетела не туда, куда я хотела. Это ничего, хоть что-то долетело, 3. А если я отсюда запущу? Вот, отсюда было лучше запускать, смотрите-ка. Хорошо, учтем сейчас, все учтем. И запустим в следующий раз уже оттуда, откуда нужно. Так, мне тут нужна вот такая вот сверка простая. Так. Есть. Вот как раз сейчас я ее снизу запущу. Отсюда. Давайте сейчас. Есть. Отлично. Вот беру 3-го уровня праздничный фонарик и открываю таинственное облачко. Так, а дальше закрыто гнездо. Гнездо это будет в самом конце. А мы с вами пробираемся еще дальше, потому что я вижу, что еще одно облако закрыто фиолетовым цветком. Да? А фиолетовый цветок как раз скоро у меня уже будет. Поэтому неплохо было бы сюда подобраться, чтобы заодно это и открыть. Так, сюда. И сердечко мне одно. Есть. Сколько здесь нужно? 50. 50 это значит, что мне нужно... Так, сейчас один цветочек сделаю. Так, вот он у меня. 1, 2. И вот таких 2 цветка. Как раз вот такой цветочек мне нужен. И с него будет побыстрее собираться уже сверху. Сейчас увидите. Вот такие. Как раз сейчас соберу. Сделаем 50, чтобы его открыть, потому что здесь, смотрите, облачко закрыто. Как раз-таки открою заодно его, пока могу сюда дальше проходить. Так, у меня одно яйцо вот тут уже доступно, второе есть. Где у меня? Вот сюда нужно пробраться. Вот как раз фонарик сделала. Вот же, как своевременно. Вот и к этому яйцу я добралась. Есть. Хорошо. Отличненько, идем. Надо простые сферки вот такие взять, 2. И я смогу добыть вторую яйцо. Вот. Есть. Добыла. И теперь вот сюда подставляю одно и второе. И часть сегодняшней миссии у меня сделана. Я добыла малыша дракона Регента. Да, это абсолютно новый дракончик. Видите, он у меня открылся. Еще такого у меня не было. Вот, можно на него посмотреть. Точно такой же будет в лагере, когда пройдем события. И начинаем делать вторую часть сегодняшней миссии. Это создать двойной цветок. Для этого вот спокойненько теперь открываем все, что возможно. Всю травушку, которая вот у нас тут насобиралась. И ее, пожалуй, будем мы соединять. Для того, чтобы получить цветок. Где тут я видела?
А, вот еще здесь. Есть. Вот тут что-то выполнено сезонным событием заодно. Отличненько. Так, дальше, дальше, дальше. Говорит, а где пушинки ваши? Эти по 10, можем их и открыть. Так, стоп, 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 не нужно мне этот цветочек. Я пока хочу травушку. Вот, вот с этого цветка вот, добывай, пожалуйста. Нам же нужно сделать сверху сейчас, потому что хочу таинственное облачко открыть. Вот соединились, а? Хулиганы. Ну ладно. Так, вот, цветочка тут два. Замечательно. Достанем. Вот. Еще мне нужно таких два цветка сделать. Кстати, я смотрю, тут вот у меня есть вот так вот. Я получила первое фруктовое дерево, которое будет давать мне тоже росточечки. Так, вот здесь фонарики, фонарики на воздушном шарике. Вот еще сферочка. Так. Вот, вот смотрите, я получаю как раз вот такое любовное зелье. И вы помните, заклятием сотворения было закрыто одно таинственное облачко. Вот нужно будет его собрать из этих вот всех зельев. Зелий, наверное, будет правильно сказать. Так, две сферки я уже сделала. Вот, сейчас сделаю вот такую сферу. 64. И попробую. Так, вот это только надо убрать. Вот это. Иначе моя сферка может прилететь на него. А мне нужно, чтобы она сюда полетела и открыла. Так, где мне еще такой взять? Вот у меня есть росточек. Тюнк. Есть цветочек. Так, цветочек. Еще мне нужно три таких цветка. Так, ну давайте запускаем. Ну, куда ты полетела? Вот как мне тебя запустить сюда, чтобы ты именно эту клетку открыла? Она будет открывать все, что не нужно, я так понимаю. А мне хочется пробраться и посмотреть, что же будет в том уголке перед тем, как я соединю. Так, остальное. Давайте-ка еще попробуем. Так, так, так. Я пока буду вот открывать клеточки, пока дракончики работают над задачей. Ничего, конечно, страшного нету, если я не открою это таинственное облако, а открою его потом. Но дело в том, что обычно там такие предметы, которые потом в игре не нужны. А вот сейчас было бы неплохо их получить. Понимаете, в чем дело? Поэтому хочется открыть именно вот это. Так, вот смотрите-ка. И пошла немножко дальше. Вазочка. Вазочка, вазочка, еще простые. Вот эти вот у меня фонарики. Так, чиш, чиш. Просто побольше здесь открыть, чтобы мне эти клетки не мешались, понимаете? Чтоб я могла вот сюда запустить. Как это, конечно, сделать, я не знаю. Вот. А, ну вот так хотя бы. Все, поняла. Все мне понятно. Сейчас сделаем. Сейчас сделаем сферку. Вот так. И попробуем. Говорю, сюда лети. О, есть. Отлично. Теперь беру вот такой цветок, светящийся цветок жизни. И парам-папам. Смотрят, видите, вот тут цветы есть, которые потом, эти цветы, такой ценности не имеют же, правда? Вот они сейчас мне нужны. Вот сколько у меня, два цветка есть. Вот, а мне нужны еще цветы. А вот они где? Вот их сколько. Давайте до них доберемся. И даже столько не надо. Мне нужно поменьше, чтобы они не мешались мне. Даже, может быть, их пока не открывать.
Вот один возьму цветок. Еще один. Это будет три, да? Так, а мне нужно еще. Так что нет, мне все пригодятся. Почти все. А, вот так я могу. Так. Мне так они не хотят. Либо, говорит, так, либо так. Ну, давай так. Так, один. Второй. И еще один. Еще один цветочек мне нужно. Так, это не проблема. Вот у меня уже сделались росточки из фруктового дерева. Вот остальные цветы я пока открывать вот эти не буду. Потом, попозже их заберу. Сейчас они мне не надо, чтобы они мне мешались. Так, вот, беру. Парам-пам-пам. Делаю цветочек. И вот такой цветок. Все, господа. Сейчас я вот... Вот столько у меня открыто, и на данный момент мне этого хватит, потому что сейчас будет основная. Вот тут еще, кстати, вазочкой закрыта следующего уровня, да, вот у меня уже одна ваза есть, вот здесь вот. Когда я соберу вот эту шестого уровня вазу, надо не проморгать это событие, не собрать дальше, да, более высокого уровня вазу, вот, чтобы открыть вначале вот это облако. Итак, что я теперь делаю? Вот фруктовое дерево мне вот дает такие росточечки, да? И дальше я сейчас буду выполнять задание. Так, трава вот эта мне нужна будет, не нужна? Сейчас посмотрю. Почти трава уже и не нужна, да? Вот. Где-то вот я оставлю, которую мне еще вот могу вот вытащить. Цветы только не соединяю сейчас, потому что они мне не нужны. А вот росточки я бы соединила. Так, листики. Вот листики еще раз, два. О, третий еще один росточек. Еще одно дерево сделаю. Есть. Вот. У меня будет два целых фруктовых дерева на этой стадии. Это очень хорошо. Итак, что я сейчас делаю? Я сейчас выполняю две звезды. Это призываю обоих драконов заниматься именно вот этим цветком. Где второй дракончик летает, он чем-то пока отвлекается. Сейчас он придет. Больше нету никаких вот возможностей драконам отвлекаться. Да? И они будут сейчас вдвоем мне выполнять две звезды. Это вот соедините по 5 предметы и соберите с двойного цветка жизни 200 сферок. Я эти сферки буду постоянно объединять. И примерно через час с копеечками, случайно объединила 4, через часик с копеечками я получу, знаете, какую сферу? Вот эту, 8 уровня, сфера жизни душ 8 уровня на 65 тысяч сердечек. И после этого я ее запущу. Запущу, у меня откроются вот земли, которые вот... По 500, по 50, вот эти все по 50 откроются. Здесь где-нибудь вначале ее запущу, чтобы вначале земли по 50 открылись. И станут доступны вот эти вот красавчики трава, вот эта мертвая трава. С нее дракончики будут добывать вот тоже такие ростки цветка жизни. И я буду их собирать, усердно-усердно собирать, пока не получу вот такой росток дерева жизни 8 уровня. С него уже сразу собираются синенькие сферы на 64. Вот такие сейчас я вам покажу. Сфера жизни на 64 сердечка. И из них я уже буду собирать 6 сфер жизни небес. Вот 9 уровня на 310 тысяч сердец. Именно 6 дополнительных еще сфер вам понадобится, чтобы открыть все земли. И откроем потом вторую часть. Встретимся с вами, когда я сферы соберу. И тогда закончим событие. Все полностью откроем, все полностью соберем. Обратите внимание, что бывает такая ситуация, что у вас первая сфера жизни небес собралась, а ростка еще нету. Да? Дерево жизни. Ростка дерева жизни еще нету. Тогда вы запускаете эту первую сферу жизни небес 9 уровня. У вас появляется еще куча дополнительной вот этой травы. И тогда побыстрее вам получится собрать росток дерева жизни. Еще обратите внимание, есть вот такие саженцы фонарика 1 уровня. Видите, какие красивые деревья. Да? Вот, по-моему, вторым уровнем у нас закрыто вот тут вот. Под вторым уровнем
Мне кажется, вот это. А, может быть, это другой какой-то уровень. Нет, может, не второй уровень. Сейчас посмотрим. Вот такое красивое деревце, да? Вы не спешите их соединять, мы потом откроем в конце этот. Ну, я бы сказала, какой здесь уровень? Там какие-то деревца. Может быть, даже это шестой там с дракончиками, да? Шестой там. Да, похоже, шестого уровня, да. Вы не спешите их соединять, потому что как только вы их соедините, вот этих красавчиков, саженцы фонарика, у вас драконы начнут с них добывать, со второго уровня начнут вот эти обычные фонарики добывать. И тогда ваше прохождение события очень-очень затянется, потому что драконы ваши будут не сферы жизни добывать, а будут чередовать. То туда летит, то сюда летит, то туда, то сюда. И время ваше растянется. В два раза увеличится у вас время прохождения события. Поэтому не морочьте себе голову. Все предметы, которые вы потом найдете в скрытых таинственных облаках, вам будет достаточно их соединить и получить беспроблемно все призы за очки. Да, вот сейчас вы видите, что делаю. Я освобождаю территорию, вот складываю все так вот вместе. Потом я траву соединю, когда мне ростки нужны будут. Да, а пока я ее вот так вот убираю. Эти вот лампадки объединю. Я просто сейчас освобождаю территорию, чтобы дракончикам было куда летать и сферки мне делать. Было достаточно у них места. Видите, вот они летают, чтобы они далеко не летали, у них было достаточно места, чтобы их складывать. Вот сюда могу затем. Ой, не-не-не-не-не, цветочек мне сейчас не нужен маленький. Это пока не трогаю я. Сюда вот отправлю вот эти вот бамбуковые стебли на данный момент, чтобы они мне тут не соединились, не мешались. Это будем их потом в конце соединять. Сейчас вот задача наша первая выполнена, первая часть. Буду вот это и делать то, что я рассказала. И встретимся с вами во второй части. А пока всем до следующих встреч. До свидания.